Всем привет! Сегодня я хотел бы сделать обзор набора для сим-карт 4 в одном. Итак, что же он из себя представляет? Перевернем, здесь видим инструкцию. Значит, в комплекте идут 3 переходника для сим-карт. С нано-карточки на микро, с нано-карты на стандартную и с микро сим-карты на стандартную. Давайте заглянем внутрь. Тонкой полоской скотча зафиксированы переходники. И дополнительно лежит скрепка для открытия слота под сим-карту. К сожалению, мы видим следы ржавчины. То есть ни о какой нержавейке здесь речь не идет. Скрепка, скорее всего, вырезана из какой-то жести. Но в любом случае, учитывая копеечную стоимость данного набора, все же могу рекомендовать его к покупке. Потому что в первую очередь людей интересуют именно переходники под сим-карты. А здесь они, вроде бы довольно-таки неплохого качества. Данный наборчик был куплен в магазине GRBest. Очень недорого. Поэтому, кого интересует, могу однозначно рекомендовать. За такие деньги этот набор очень даже неплох. Спасибо за внимание. Всем пока!